Друзья, привет! Сегодня пятница. Давайте с вами послушаем inspirational трек, если вы еще не шибко пьяненькие. Это эпик inspirational для стоков а-ля Audio Jungle. Погнали! Предлагаю, как всегда, пробежаться по инструментам, посмотреть, кто чего играет. Сейчас на мастере здесь ничего нет, только лимитер и фабфильтр. Просто он немножечко урезал вверх. Так, погнали по инструментам. Пианинка. Без обработки. По обработке здесь OTT, мультибенд, прокьюшка. И ревер. В качестве пиано здесь Midnight Grand. Следующий слой — это аккорды. Единственное, в аккордах здесь убрано вторая ступень, получается, аккорда терцевая, да, то есть чтобы он играл тонику и квинту. Обработка точно такая же. И то же самое пиано, Midnight Grand. Здесь я ничего не трогал, то есть оно само по себе звучит прикольно. Следующий слой — слой саббаса. Ну, саббас из дивы. Дальше. Струнки. Струнные играют то же самое, что играет пианист. По обработке здесь прокьюшка. Мультибенд немножечко поджимает нам высокий, потому что вот, вот в этой части у нас струны начинают играть на октаву выше, и там получается уже такая резь, да? Это струнные пониже, виолончельки. Это Альбион. Дальше. Легато. Ну, легато тоже Альбион. Низ. Тоже Альбион. И виолончель. Струны у нас посланы в... собраны в шину в общую. Ну и здесь компрессор и ревер на общей шине. Едем дальше. Струняшки, до свидания. Это Strike Force. Ну, разный патч от Strike Force. И микс убран. Вот этот микс убран, потому что ну, очень много получается комнаты вот этой, ревера. Понятно. Едем дальше. Crash. Crash оркестровый. Что этот, они одинаковые. А, понятно, райзеры. Удары. Даунер. Ну, это все очень обычно, да? Дальше лоу-кик.
Драмсы живые. А кик и снэр это из Sematics. Ну, такие классические дабстеповые драмсы. Low brass. Это нижний дудец. Ну, здесь OTT. И Pro-Q. Туба. Дудит низко. Дальше пульс. Дальше следующий дудец. Pro-Q. OTT. То есть это уже мелодия пошла на меди. Еще один брас. Дальше мелодия уже на скрипках. На висте. Обработка тоже OTT, Pro-Q и ревер. Дальше виолончель в правом канале. Тоже от висты. И та же обработка. Виола. Тоже от висты. Дальше. Мелодия на серуме. Еще мелодия на серуме, которая дублирует, да, вот всю нашу эту партию. Еще мелодия. Дальше. Здесь включается вокал. Самый мой любимый вокал. Ну, а OTT. Дальше. Рабочий с кучей ревера. В качестве ревера здесь Black Hole. Дальше. Шейкер для... Ну, такого ощущения ритма, да? Тамбуринчик. Дальше. Зебра. Копирует партию пиано, вот этого первого. Дальше. Еще одна зебра. Это пульс. Еще одна зебра. Дальше пошли хиты. То есть подчеркиваем, да, вот эти наши сильные доли. Дальше еще один крэш. Здесь у нас лупчик, который бегает по каналам. Тромбоны. Дальше горны. Дальше тромпеты. Чуть-чуть правей.
Ну, по обработке здесь все примерно одинаково. OTT и ревер. Дальше. Аккордовая партия вокала. Метрополис арк первый. Дальше. Еще один снейр, такой вайт-нойзовый, вот от Кашмира. Это, ну, как бы настоящий живой, да, снейр с ударной установки, просто для щелчка. Хай-хет. Он у нас вступает уже вот во второй части. Просто для темпа, для ритма создания. Дальше у нас идут сбивка на томах. Вот они закомпрешены прям вообще в колбасу. Ну, чтобы они как бы выщелкивали. Дальше у нас всякие эффектики. White Noise от Кашмира. Crash от Кашмира. Здесь еще добавлена одна мелодия. Повторяется мелодия на тромбетах, на флейтах. Здесь флейты играют партию пиано. И гобой. Ну и в конце райзер, да, чтобы у нас подвести все это к какому-то финалу. Вот. Из таких вот элементиков состоит у нас наш проект. Медяшечки, вдруг кому-то они нужны. Ну что, давайте еще разок заценим финал и пойдем кто куда. Я пойду спать. Ну все, друзья, может быть, это видео было вам полезным, вы что-то новенькое для себя узнали, какие-то новые инструментики. Вот. Ну а я буду вам благодарен, если вы поставите мне Лукаса. Поставь Лукаса, черт возьми. Все, пока.